Здорово, шофера! И мы продолжаем жизнь дальнобойщика в игре Euro Truck Simulator 2. Продолжаем наш путь в Кандалакшу, в сторону Мурманска. Значит, в прошлом видео мы доехали здесь до стояночки, перекурили немножечко, покушали, время обед. Века там не зашторены, его вообще походу нету там, может спит, не знаю. В общем, продолжаем наш рейс дальше. Так, обмыл стекла немножко, чтоб пыль не наседала. Сушить не будем. Подъезжал коллега тоже тут чаю попить. Пивнули чаю, так поговорили немножко. Но здесь я буду нарушать. Там мусор, я мусор выбросил. Буду нарушать, поеду через сплошную, потому что не хочу крюка давать через Медвежьегорск. И, собственно, валим в Кандалакшу. Так, где у меня дворнички надо включить? Смыть лишнее. Так, радио. Давненько уже что-то я не катался. Так, потише его где-то. Так, пускай играет. Ретро FM. Ехать нам в районе 400 километров получается. Где-то так. Продолжается наш путь по Карелии. Собственно говоря, вышла уже версия 1.37, не с беты, то есть она уже релизнулась. Сейчас я, получается, 10 мая снимаю это видео, не знаю, когда оно выйдет. Надеюсь, что уже южный регион будет готов, он уже вот-вот скоро будет. Уже Русмап обновился, уже промоц готовят обновление. Насчет великих степей не знаю, наверное, они и так будут работать. Но юг уже вот-вот. Даже этот КамАЗик уже выпустили. Фикс не авторский, конечно, но тем не менее. Уже можно переходить на новую версию потихонечку. Так что, наверное, мы доедем этот рейс, и я попробую перейти на новую версию. Запустятся карты или нет, все-таки как-то уже... Ну, не так круто играть на старой версии. Уже как-то поиграл к этим звукам. Притерся более-менее, что ли, как-то и стекла опускаются. Здесь не опускаются, как-то здесь поскучнее. Опять же, нужно все тестить. Так что, ну, какое-то время видео не будут выходить. Это я так, на всякий случай, предупрежду вас. Чтоб вы меня не теряли. М18 Мурманск, да, нам туда. Хочется на юг съездить. Что-то так посмотрел скрины, повспоминал, захотелось на юга рвануть. Но это все пока мечты. Это что бесячий этот трафик, а? Кстати, он глючит в новой версии. Ну, короче говоря, я дождусь юга, скорее всего, на новую версию, и тогда уже буду переходить пока что. Они, конечно, и так карты работают, но я рисковать не хочу. Зачем тратить свое время? А так, Хейлброн вышел. Та, которая карта Германии один к одному, тоже неплохая карта. Играть можно для разнообразия. Скачал карту Венгрии, может быть, ее попробую на стримах хотя бы покатать. Правда, не знаю, она вымышленная или нет. Напишите в комменты, кто знает, вымышленная эта карта или это все-таки реальная карта. Так, а нас, собственно говоря, мусора немножечко
Хотят нагнуть за превышение, но мы сейчас круизик-то поставим на 70. Так, где... А вот у меня круиз-то, вот он получается. Ух, радио перестало ловить. Удобно с круизом, конечно. На автомате с круизом вообще кайф. И это КамАЗ, между прочим. Да, ну по красоте все, по красоте. Гиря Ламбина. Почему нет симулятора какой-нибудь водной техники, там, я не говорю про суда, ну что-нибудь типа катера какие-нибудь, что было бы интересно. Я в этом шарю, кстати. Покатался бы на катере каком-нибудь, на лодочке, на моторчике. По-моему, даже еще мультиплеер не адаптировали под новую версию. Бля, какой красивый пазик, оливковый прям. Конечно, тут 70 ни к селу, ни к городу прям. Мы, наверное, и пробку за собой собираем, поди. И там трафик тоже копиться начинает, что нехорошо. Ну ладно, давайте поднадавим. Пускай нас штрафуют. Блин, он что, вот прям впритык за нами идет, что ли? Да. Ну ладно, может сейчас они рассосутся здесь немножко. Солярки у нас хватает. Да за шо? Хоть штраф отключай, ей-богу, блин. Ну черт с ними, поедем 70, ладно. А вот и все, 90 можно дать. Не, ну прямо интересно здесь кататься. Тут тоже автобус сгнил. Это ж лазик вроде как.
Газ? Нифига себе. А, понятно. Тип дамба, короче. Ой. Ну, нормально, нормально. Да что ж вы ко мне прикопались-то, а? Вот увязались и все, сейчас будут за мной ехать. До самой Кандалакши. Прям до самой разгрузки, наверное, даже. Ну, 90 знаю, да. Хочу и топлю, вообще мне похеру. В идеале бы нам этих товарищей двух обойти, или сколько их там вообще. Обойти бы и дать в тапку нафиг от всех. Было бы неплохо. Но здесь опасно. Давай, давай, вали отсюда. Не слушай, можно, короче, по знакам ездить спокойно. Вообще навигацией не пользоваться. Перекурить стать. Можно песок загрузить, выгрузить. Да чё ж ты... Ой, зараза, бля. Надо что-то с этим делать. Время уже 5 часов вечера. Ну, мы, короче, под ночь приедем. Ну, ладно. Ночью мы давно уже не катались с вами. Так что, я думаю, будет даже интересней. В принципе, осталось 200 км. Это фигня вообще. Ну, где-то примерно мы при... Ну-ка, подожди. Он ведь должен показывать. Сколько по времени, да? 3 часа. Ну да, уже под вечерок приедем. Нам нужно успеть до 10 вечера. Да какое нарушение? У меня машина с горки вообще едет. Что ты хочешь от меня? Отстань. Все, вот так и так назову эту серию. Бинты донимают. Или что-нибудь в этом духе. Опасно. Опасный трюк делаю. Не буду. Не буду. И риск велик. Более вон они выскакивают. Не экономичный у нас вождение, у нас, наверное, расход вообще дикий. Два и два. Ну, не знаю. Врет, наверное. Блин, здесь бы обогнать, конечно, но... Видишь, они, зараза, они появляются просто-напросто. Тупо сделано достаточно, вот... В реале должно быть так, вот мы едем такой кучкой, да, ну тут понятно, я собрал толпу, а так трафик, ну, в реале как бы же кучкой обычно идет. Как бы кучка прошла и все, ты взял и обогнал, блин, и дальше кучка пошла какая-нибудь. А тут, короче, он спавнится постоянно, считай. У меня начнет FPS проседать из-за того, что трафика так много. Вон, давай за Шкодой, короче. Нормально, пролетим.
А, так это КамАЗ. 54. 10. Все, вырвались. От ментов оторвались. И нормально. Сколько? Мы уже, наверное, минут 10-15 едем. Реального времени. 6 часов стукнуло. Все, я аж соточку дал. Ну ладно, не будем особо бомбить. Вот так вот. 80 пойдем. Нормально. Пойдет. Четенько. Прибудем вовремя, разгрузимся и баюшки. Небо такое чистое-чистое сегодня. 28 градусов хоть показывает. Надо, кстати, будет в дождь покататься. Но это на новой версии попробую. Там, конечно, капли в окно не залетают. Но, тем не менее. Мне кажется, будет интересно новый дождь послушать. Даже вот этот Brutal Weather мод на погоду и графику, да? Даже он уже обновился, то есть... Остались мелкие моды, чтобы обновились, и то можно и без них обойтись. В принципе. Зеленоборский уже у нас. И осталось, получается, 95 км. Быстро мы сотку пробежали, так-то. И опять тошноту догнали. Вы как, пацаны, постоять не хотите, не? Я лично не хочу. Вот небо уже начало. Тучки начали скапливаться. Ну как, облачка, не тучки. Канал, какой-то канал проезжаем. Ничего страшного, бывает. Козий сыр у нас там не вывалится, надеюсь. Тихонечку в подъемчик. Блин, сколько здесь народу вообще. Сейчас пик, да, все с работы летят. Ну тебе надо вот прям, блядь, в пол остановиться или чего, а? Да чё бесит? У нас, по-моему, в баке вообще не убывает, кстати. Ну, может, чуть-чуть карпалик там совсем. Зразы, догнали меня все-таки. Подлюки, вот подлюки. Настоящие подлюки. Ладно, будь по-вашему. Вот, вот сами потом менты будете объяснять народу, почему у меня длинные серии. Все. Все, вопросы к ментам. Я буду ехать 50-40. Кандалакша, 50 км осталось. Да ладно, что реально 50 км? Не, у меня 80. Ну, меня еще там, наверное, по городу потаскает. Какая-нибудь такая хрень обязательно будет. Так, где у нас там?
65-70 ставим. А вот расход за поездку. Ну тоже. Воу, игра свернулась сама. Лол, нормально, бывает, бывает. Евротрак, что сказать. Версии новые выходят, баги старые остаются. Это как бы. Никогда не покинет эту игру. Никогда. А чё, у меня тачка накатом идет. Вообще, 60 идет накатом и все. Ну понятно, игра свернулась, передача сбросилась, круиз тоже сбросился. Вот тоже дебилизм, почему всегда передача сбрасывается? Хоть на автомате, хоть на ручке ездишь, это всегда. Заходишь в меню или сворачиваешь игру, у тебя обязательно скинется передача. А иногда не скинется, вот ты даже не знаешь, бляха. Вот бесит эта хрень. Но почему вот это вот не могут поправить? Какие-то, блядь, звуки добавляют, но вот эту хрень поправить никогда не могут. Ладно, что-то какой-то у нас сегодня злой, грустный рейс. Че менты эти шалопаи, поддонки настоящие самые. Ладно, прорвемся, осталось чуть-чуть. Просто водила злой. Бля, ну вы нормальные вообще типы, да? Еще меня будете тормозить, ну? Я еще выйду вам по харе настучу, бля, козлы. Ну менты, вот настоящие менты. Блядь, зла не хватает, ты посмотри, а? Люди пьяные ездят, а им похер, они вон дальнобоя бедного решили прищемить вообще. Канда. Вот настоящая канда. Нормально. Тайминги по тормозам вообще. Ремонт дороги опять. Вот, давайте скрин сделаем. Менты щемят. Прямо назову видео. Так и назову. Менты щемят. Что это такое? Мент, он вообще, смотри. Вон, это разве мент? Это подставной какой-то. Ай-яй-яй. Издеваются над человеком. Вот, понимаете, издеваются. Надо взять сникерс вон и скушать, и ментосом захавать, и колой запить. И все, под прицеп сразу точно пойдешь. Поехали. Тем временем нужно посмотреть курс доллара. В каждой серии я всегда смотрю курс доллара. Курс. Че, меня опять оштрафовали или что? Курс доллара 73 рубля. Ничего хорошего. Ой, какая песня хорошая. Прям вот настрой поднимается. Сейчас менты свалят. Мы спокойненько сейчас доедем до Кандалакши. Там мы, короче, до разгрузочки разгрузимся и нормально все будет. О, ля какой. А у меня, кстати, было видео на таком на канале. По ОМСИ 2 и по аннотации сейчас. Сейчас, подожди. Не получается. Ну ладно, короче, пройди, посмотри. Нормально, вообще лайк поставь там. Напиши комментарий. И Карус вообще нормальный автобус. Что-нибудь такое. Ну а я пока тапочку в пол зажму немножко, с вашего позволения. Да, вы же не против? Так, мы приехали в Кандалакшу. Воу, отлагивай. Я, кстати, эту Оксану свою эту отключил, ну, эту Окси, которая у меня разговаривала, все. Я ее пока отключил, потом поставлю Алису уже под новую версию. Сейчас посмотрим, если долго не будет выходить мои моды, которые я использую, не буду долго выходить, тогда что, придется на старую версию возвращаться. Ну навряд ли, блин. У меня профиль уже старый, надо бы по идее с нуля начать все опять.
Но я пока думаю, как мне поступить. Если бы можно было как-нибудь вот этот профиль у меня очистить, как-нибудь с помощью там прописки, не знаю, какой-нибудь файлик залезть там, чтобы убрать. Короче, мне надо удалить машины там, вот и все, как бы. И будет профиль более-менее работать. Слушайте, а тут, смотрите, ну это не лесопилка? Или лесопилка, или нет? Там вообще порт, я так понял. Потому что вон судно стоит. Кандалакша, мы приехали. Так, ладно, не тупим. Сколько видос, наверное, минут на 30 получится. Ну, в принципе, вот так вот можно, да, рейс разделять на две части. Можно даже на три, там, если прям длинный взял. Вот, наверное, на новой, как бы, версии игры я уже попробую. Вот это, получается, может быть, в следующей серии будет. Я попробую взять какой-нибудь длинный рейс прям и его разделить просто на несколько частей. Прям, наверное, до юга-то не буду брать. Ну, мы, короче, начнем отсюда же, скорее всего. А может быть и нет, не знаю, я не буду ничего загадывать. Я тоже ему посигналил. Так, нам здесь налево. А, ну все, приехали. В принципе, даже смотри, светофоров не было, ничего не было. Мы спокойненько где-то в промзоне в какой-то... В таком районе вообще странном. Тут люди живут, блин, как вообще жить здесь? Здесь, наверное, очень тяжко жить. В принципе, ладно, я не буду вам показывать процесс разгрузки. Я сейчас... Пойду там, документы, короче, вся вот эта тема. В общем, ребята, давайте. Всем спасибо большое за просмотр. Вам желаю приятных рейсов. С прошедшим днем победы. Всем огромнейшей удачи. Всем счастливо. И покиды, не забываем про лайк, комментарий и подписку.